Почти 500 лет назад на свет появился один из самых загадочных рисунков в этом мире. Его автор, гениальный Леонардо да Винчи, развивал мысль о единстве трех стихий в человеке – искусства, науки и божественных начал. Проходит столетие, но в каждом поколении неизменно находятся люди, которых притягивает тайна витрувианского человека. Соединение квадрата и круга с карандашного наброска Леонардо – это не просто изящная легенда. Это глубокая идея, которая до сих пор порождает удивительные творческие связи неслучайных людей, чувствующих свое истинное предназначение – прикоснуться к тайне красоты, а значит и самого космоса. Каким-то образом все задумано правильно. Есть художники, каждый из которых уникален, и вот они работают, пишут, любят и критикуют друг друга, и мечтают, как и положено, о славе. Вместо славы приходит Виктор. Виктор Лавров. И силой своего литературного таланта, впитавшего откровенную любовь к творчеству мечтающих живописцев, соединяет их таланты в квадрат к ним, куда и вписывает круг посвященных. Такую выставку всегда хотели сделать. Идея уже много-много лет существовала. Но мы всегда вместе выставлялись, но именно вчетвером, как квадрат Лаврова, да? Впервые. Год за годом каждый из художников шел своим путем. Но 15 марта 2017 года, объединенные однажды кругом Лаврова, они возвращаются в квадрат Андрея Маевского на Литейный проспект, в галерею под названием «Центр книги и графики». Здесь была открыта выставка «Квадрат Лаврова», где представлены работы Евгения Гинтпера, Владимира Горохова, Ильи Бадаляна, Андрея Маевского. Удивительная ситуация, вот просто удивительная для меня, потому что абсолютно ни на что не похожие. И вот как вот этот квадрат четырех воплотился, вот, и он вылился вот в такую совершенно потрясающую выставку, это просто вот явление, мне кажется, для Петербурга было. И видите, вот я его спросила, почему ты выбрал вот именно этих художников? Он говорит, что, я даже записала его слова, он сказал, что это бессеребренники в искусстве, во-первых, а во-вторых, это не святые святые. Вот так охарактеризовал этих людей. Иду по Невскому, в Эрмитаж, копировать. Встречаю молодого человека, который продает кофе бесплатно. И говорит, пожалуйста. Он говорит, я говорю, давайте попейте. Я говорю, здорово. Он говорит, как ваша жизнь? Я говорю, очень грущу. Я художник, не знаю, где выставиться. Он говорит, а вы знаете, есть такой Невограф на Невском 3. А я бегу, уже 6-й курс, Эрмитаж, копии, там еще и работаю реставратором. Я говорю, да, и можно выставиться. Да. Он говорит, подойдите, спросите Виктора. Я это запомнила. Ну, там, через день, через два прихожу, смотрю с длинными волосами, рыжими, красивый мужчина. Я очень так тактично подхожу и говорю, вы знаете, вот я художник, вот у меня есть работа, можно ли... Он говорит, конечно, приносите завтра, т-т-т-т-т-т. Вот. И он сделал мне замечательную мини-выставку в Невографе «Первый раз в жизни». Удивительные люди собрались когда-то на Невском доме 3, в галерее Невограф. Как говорят, гениус воцио. Это было место силы. Это гениальное совершенно место, где находился журнал «Нева», где собирались художники, где они шли как к себе домой, чтобы встретиться с близкими и дорогими людьми. Им довелось жить и творить в том обществе, где понятие «проклятые художники» не так давно было более чем актуальным. Да и сегодня изжитки этого отголосья в сознании толпы остаются. Не любим то, что мы не понимаем, а оттого и не стараемся понять. Но ведь на то и современное искусство, чтобы оно нравилось или не нравилось, было привлекательным или нет. До рождения Невографа офис, помещение журнала, сам журнал «Нева», это был типичный советский журнал «Нева». Куда я ходила, бегала со своими рассказиками, которых принимали, не принимали, все так было официально и так далее. Ну, вот такой журнал. И вдруг, в этом зале, по которому я и другие авторы бегали и ждали ответов от редакторов, появились картины яркие.
какие-то появились какие-то праздники. Их организовал Виктор Лавров, совершенно незнакомый сначала человек. Это был 1997 год. Тогда впервые я оказалась в журнале «Нева», в редакции журнала «Нева». Туда я относила свои рассказы, печатались мои рассказы регулярно. И вдруг мне навстречу идет веселый, жизнерадостный такой, с доброжелательной улыбкой парень. И оказалось, что это и есть Виктор Лавров. Вокруг него всегда собиралась молодежь, талантливые люди, он с большим интересом. И главное, о каждом из писателей он так рассказывал, как будто только вчера он беседовал с ними. Вот такое у него родственное отношение с писателями, с художниками, вот такое родство. Но помимо вот, да, вот той, ну, такой свободной тусовки замечательной, которая происходила, да, в Невографе, это была действительно неформальная среда. Ведь было что-то еще больше. То есть люди встречались, они общались, они взаимодействовали. Я хорошо помню те времена, когда была галерея в начале Невского, Невограф. Золотое время развития отечественного искусства. И все, собственно, как мы сегодня видим, пошло оттуда. И то, что мы сейчас наблюдаем, это, наверное, конечно, гениальное прозрение Виктора, который увидел и нашел вот этот вот ход художника через время. Заслугой современных художников является сегодня и то, что их творчество, особенно в России, стало уделом моды и сделалось частью самой жизни людей, не художников. В этой продолжающейся, а может быть и нескончаемой борьбе над невежеством толпы и ее потребительской податливостью на моду не последнюю роль играют и наши художники. Сам Виктор явление. Начнем с того, что на тот момент он был все-таки не искусствоведом, а арт-критиком. То есть это тоже такая особая специфика, иначе видеть. Потом Невограф, такой очень важный момент, это галерея, которая действительно собирала вокруг себя всех разных художников, но откуда появились и вышли огромные имена. Но очень важен вот этот, ну, наверное, назовем его так, пассионарный толчок, когда художники могли начать и пойти каждый своим путем, и тем не менее быть где-то в каком-то единстве, в квадрате. А между прочим, все искусство держится на квадрате. Слияние пространства и времени, гранита и воды, радости и печали, интеллекта и чувств, духа и материи. Город, построенный на противоречиях, но источающий гармонию. Петербург словно сам и есть истинно витрувианский замысел. Я с Лавровым познакомился очень давно, где-то в 90-е годы. Он был очень симпатичный человек и пригласил меня к себе в Невограф посмотреть выставки. Когда я туда пришел, я понял, что это мне очень нравится. Но я задержался среди этой команды, и до сегодняшнего дня я как бы нахожусь в кругу друзей Лаврова. Виктор Лавров – это был столб, это был стержень, это был камень, на котором был построен воздушный, невероятно необыкновенный союз художников Невограф. Виктор Лавров из тех искусственонаблюдателей, кто смотрит на предмет своего изучения не из тусклых окон кабинета Фауста, а изнутри, то есть изнутра, с натуры, на жизненном пленэре. Каждого из названных им художников он знает не понаслышке, а многие и многие годы находится с ними в прямом жизненном общении. Виктор очень необычный человек. И вы знаете, вот таких людей называют цветной человек. Он вот как сегодня рассказывали о нем, он мог сочинить любую легенду и о своем прошлом. И какие-то у него все время с ним происходили случаи. Он все время попадал в какие-то ситуации. Он был любимец женщин. Его обожали.
Витя постоянно придумывал какие-то истории. Например, однажды мы поехали после Невографа ко мне в мастерскую. У меня мастерская на Петроградской стороне. С деньгами тогда было не очень хорошо. Вот. Приходилось менять валюту редкую от продажи работ. Вот. И ехали мы, по-моему, часть пути на троллейбусе, часть шли пешком. Но после этого, видимо, Витя это так запомнилось, он очень долго рассказывал, как мы угнали троллейбус, в общем-то говоря, и ехали ко мне в мастерскую исключительно на угнанном троллейбусе. Вот. И говорил это так убедительно, так естественно, что находились люди, которые ему верили, вот, что так оно и было. Этим салоном мы как раз хотим возвратить Петербургу старую добрую традицию заказа портретов современников нашим художникам. И на этой выставке посетители, зрители увидят, что наши современные художники не так уж плохи, как могут показаться по сравнению с прошлыми художниками, с мастерами большого жанра. Мы познакомились с Виктором в 1978-79 год. Мы организовывали такой подпольный андеграундский литературный кружок, так сказать, куда приглашались молодые поэты, ну и сами мы были молодые, соответственно, так сказать. И когда Виктор явился к нам, он сразу стал центром, он притянул все внимание, и он стал эмоциональным, энергетическим центром, потому что вот при всем этом на земном свое парение у него были очень фундаментальные знания, вот то, что он считал, что это фундаментально. Вот в этом, собственно говоря, основной талант Вити. Непосредственно легко и как-то очень убедительно при этом излагать свои идеи, которые иногда были бредовыми, иногда были фантастическими, иногда были еще какими-то абсурдными. Но он так это умел просто как-то подать, преподнести, что сомневаться в их достоверности. Можно сказать, что это Хармс по языку. Где-то по характеру, по типу. Совсем другой, конечно, совсем другой человек. А по характеру он блоковский человек. Вот, а какой Блок по характеру, я не знаю. А Лавров – это тоже блоковский. То есть он может залететь на какие-то неопределенные высоты, витать в каких-то своих темах, каких-то там ассоциациях. С Виктором Лавровым я, значит, случайно создал несколько работ, примерно под 100 работ, которые никак не мог определить и решить, что это такое. Принес Виктору Лаврову. Он посмотрел и говорит: старик, ты написал Ветхий Завет, работы по Ветхому Завету. Я говорю: Виктор, я этого не чувствую и не понимаю. Он говорит: ну давай, неси мне все их сюда, домой, я буду их атрибуцировать, буду подгонять под тексты, рассматривать и создавать как бы новый Ветхий Завет в репродукции Гинтера. Ну, для меня это было просто потрясение, потому что это высший пилотаж. А если бы не святое служение искусству, кем бы дети невографы были в жизни? Расторопный коммивояжер или какой-нибудь букмекер, слесарь-ремонтник или великолепный спортсмен, добрый малый или постоянный клиент психушек? А что думает сам Виктор Лавров обо всем этом? Художник, кисти брось в корзинку. Я знаю, что такое Божий дар. Всего лишь нарисуй одну картинку, и ты навеки леотар. Не нужен миллион эскизов, и тысячи картин не надо. Всего лишь напиши-ка Мона Лизу, и ты навеки Леонардо. Зачем тебе в ночах бессонных искать в своей палитре Бога? Всего лишь нам воспой подсолнух, и ты навеки стал Ван Гогом. Довольно мучиться ответом, быть кем-то или быть ничем. Всего лишь выкрась квадрат цветом и стань навек Малевичем. Ты хочешь быть сегодня в моде, желаешь стать пупком земли,
Всего лишь нарисуй усы Джоконде, и ты навеки Сальвадор Дали. Теперь, когда все сот без Кристи тебе открыли, что есть Божий дар, всего лишь те заброшенные кисти достань и Богомазу их отдай.